Для ребят, посещающих дворовые площадки в течение лета, проводились различные творческие и спортивные соревнования, победы в которых шли в зачет малых олимпийских игр. Вот и пришло время подвести итоги. В Северном парке состоялось торжественное награждение участников летнего олимпийского марафона. Зажигательной пенной дискотекой ребята из летних дворовых площадок попрощались с летом и летними каникулами. Для них в Северном парке прошел праздник «Прощай лето». Там собрались те, кто на протяжении всего лета отлично проводил время, участвовал в творческих и спортивных конкурсах и доказывал, что летние каникулы могут проходить интересно, полезно и весело. Ребят поприветствовал начальник управления внутренней и кадровой политики администрации города Сергей Мащенко и начальник отдела по работе с молодежью, культуре, физической культуре и спорту городской администрации Ирина Таран. Они вручили награды командам, которые завоевали призовые места в спартакиаде «Малые Олимпийские игры». Пятое место заняла команда «Стикеры» Краснодарская 119. Четвертое – «Белки» юных коммунаров 70. Третье – «Калибри» Лермонтова 270. Второе – «Поколение» Отдельская 330. А победителями игр стала команда «Дисней» Краснофлотская 3. Впрочем, награды получили все дворовые площадки, а также их вожатые. Грамотами и призами были награждены и самые активные ребята. Конечно, мальчишки и девчонки зря времени летом не теряли. Они успели сдружиться и стать настоящими командами. А доказательство этому – танцевальные номера, которые они подарили зрителям. Сколько парков посетил, слышу те же все слова. Ты принес опять не ту, не волнует, что устал. Белок, ты менял. Ребята, где ваши ладошки? Ручки подняли над головой, как Дисней. Танцевальный вызов приняла команда «Победитель». Их танец был не менее зажигательным. А в конце праздника ребят ждал удивительный сюрприз – пенная дискотека. Под громкую музыку они веселились от души, доказывая, что отлично отдохнули летом и готовы с новыми силами начать учебный год. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».